обработки. Что поменялось. И надеюсь, что больше не будет. Ладно. Это вторая часть третьей части. Жалко, конечно, что мы... Может, реально переиграем с... Не, не будем переигрывать. Ну, я думал, там еще с графикой проблемы были. Не-не-не, не будем. Продолжаем. У вас же все работает, да? Я вижу. Часик, игра. Звук идет. Отлично. Загружаемся. Мы находимся у торговца внутри некого замка. Познакомились... Ну, как познакомились? Увидели мадам. Я даже не помню ее имени. Мы с ней еще... Идем дальше. Какая зала. Димитреска. Димитреска. Ее зовут. Осматриваемся. Наш герой уже пострадал там. Кровушку пьют. Бывает такое, что на предметах, особенно у таких вот квестовых, ты находишь что-то ценное. Какую-нибудь надпись, код. Но тут я вроде как полностью чашку осмотрел. И ничего ценного не обнаружил. Хотя... Обычно, опять же, в резидентах, если тебе предлагают что-то осмотреть, там что-то... Там часто бывает что-то такая важная вещь. Можно подняться наверх, попробовать. Нам остается только подняться наверх. У торговца пока ничего не покупали, только продавали. И... Копим деньги на будущие покупки. Блин, страшно. Винная комната. Реагент тискаем. Винодельческие традиции замка Димитреску зародились еще в 15 веке, задолго до появления нынешних его обитателей. Альсина Димитреску использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и передать ему насыщенный вкус. Ее лучшая марка Sanguis Virginis, то есть кровь девственницы. Ее хранят в особой бутылке, украшенной серебряными цветами. Ё-моё. Так, и тут у нас какой-то, не знаю, постамент, не постамент, сюда явно что-то можно. А, лодка, да? Лодочка, лодочка. Какой-то предмет можно сюда поставить будет. Очень красивая, конечно, игра местами, просто. Смотришь, иди, выдаешься. Блин, ну стрёмно все равно. Люстра очень подозрительно двигается. А вот и первая маска, кажется. А, нет, это глаз. А, серьезно? Кольцо с багровым глазом мы сюда поставить не можем? Там прям такое, один в один глаз. Может, мы должны из кольца его вытащить? Были же вроде такие механики, нет? Сейчас, погодите. Во. Мордовый глаз, окей. Вот тебе глаз. Только не ругайся. Тихо, нет.
Я не успел там еще. Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду смотреть. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь, и станешь чудесным украшением нашего зала. Да серьезно? Да! Да! Черт. 9 июня 1958 года. Отработал первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. А, там я страницы не перелистывал еще, возможно. Через пару недель, пишет. Прошло 2 недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне боязно. Горничная Адела допустила ошибку, и мисс Даниэла полоснула ее ножом по лицу. А по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридорам. Хочу домой. 8 июля. Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спёртый воздух, и тогда я слегка приоткрыла окно. Они заорали: «Закрой! Закрой сейчас же!» Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда не возвращаются. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. А я в подвале. Ну, в неё было явно бессмысленно стрелять. Это вальс играет. Ой-ой-ой-ой-ой. А я не хочу туда. Ладно, на хорошее, на самом деле. Она здоровая. Кого этим пистолетом могу вообще удивить? Дают 10 патронов, это те, которые я в панике мог отстрелять по глупости. По прошлой. А сюда мне не надо? Ага. Друзья, всем добрый вечер. У нас тут, конечно, с вами... очень атмосферная игра. Понятно все. Ой-ой. Ой-ой. Освещение прекрасное. Trust in light. Доверься свету. Или верь в свет. Trust in Lloyd. All right. Давай попробуем. Мы можем двигать эту штуку. В целом раскачивать ее можем. Можно попробовать раскачать до момента, чтобы зажечь вот эти вот штучки, да? Не знаю, насколько это возможно.
Мне кажется, что это не очень... А, нет, правильно. Ага. Блин, а тут вообще не видно низги. Хоть глаз выколи, вообще ни черта не вижу. Только в самом начале очертания стен. А дальше, погружаясь во мрак, вообще ни хрена. А тут пыточная? А как я здесь оказался так? И кто включил свет? А это я включил свет. А чё, раньше не включил? Ага. Ага, лута здесь нет. Так. Ну капец, уже что-то не по себе. Сама атмосфера не очень такая жизнеутверждающая. Покрыта засохшей кровью. Тут что-то у кого-то выдирали. Help me, brother. Кто ж тебе поможет? Ой. Ой, блин. Ё-моё. Нас готовят к чему-то страшному. Ребята! Погромче звук. Картинку пошире на весь экран. Наушники на уши. Держитесь. Держитесь, я вам говорю. Кандидаты: Ирина, Михаила, Лоис, Ингрид. А мы, кстати, Ингрида встречали, да, забракованы. Гандора, я бы тоже забраковал сразу. Грета, Надин, Камелия, Бьянка, Мелина, Астрид, Людмила, Розалина, Лина, Стефана, Габриэла. Забракованы, да, говорите? Ё-моё, а вот и брак висит. Так, погодите, я там еще дверь оставил непроверенную, вот эту вот, которая скрипнула и открылась. Ё-моё. Ох, а зачем я это внимательно все рассматриваю? И здесь я тоже не был, кажется. Лекарства какие-то, закруточки. Особые. Но путь у меня только один. Вперед. Не нравятся мне эти уже вещи, бочки, которые стоят по центру. Это значит, нас, возможно... заставит бегать вокруг них. Ирина, здоровый аппетит. Михаила, здоровый аппетит. Лоис, здоровый аппетит. Ингрид, невозможность порой... нервозность порой сильно встревожена. С чего? Непонятно. Тут все очень френдли. Среда креативная. Ну, с Богом. А, блин... Ага, вот, пожалуйста. Так, а мин у меня есть? Мин нет. Блин, я не хочу туда идти. Ладно, бочки есть, будем кайтить. Правильно? По крафту, кстати. По
Сократ, все хорошо. Что это? Обломки металла. Ой, глядь. Ой. Блин, как вас много. Серьезно? Мрази. Какой-то Dark Souls, блин. А, здесь тупик. Неудачно зашел. Еще их не все. Блин! Это еще не все. Самодельная бомба. Ай. Какие они прочные, а? Дюжина выстрелов в голову их убивает. Дюжина выстрелов в голову. Твою мать. О, я не могу не отметить это музыкальное сопровождение. Это просто великолепно. Просто великолепно. Это вот тремоло струнных прям, ух. Блин, но... Да ну вас. Так, на четверку, если слишком много будет. А давай сразу. Ой, там сразу минус три. Минус три, судя по луту. Ожерелье. Череп. Ну... Блин, музыка говорит, что это далеко не все еще.
Страшно просто. Вот и полсотни патриков ушли. Но мы еще подэкономили патрики за счет вот гуфа этих трех зомбарей. Ну, очень красиво, прям очень красиво. Освещение, вот это вот все. Текстуры. Они кажутся медленными, но как только они подходят на расстояние пары метров, у них идет чардж. Они напоминают, знаете, этих из второй Диабло и в модификации Hell 2 тоже такие были зомбари. Если они идут медленно, потом фигак! С двуручатия по голове. Нам нечем открывать эту дверь пока что. Музыка опять начинает. И затихла сейчас. Это капец не случайно. Так если бежать, то по освещенным участкам, да? Окей. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Блин. Ну и куда мне идти? О, лут. Ах ты тварь. Надо мимо нее пробегать. Как-то, не знаю как. Назад, короче, бежим. Серьезно? Как она там? Нет. Да. Куда ты собрался, дорогой? Блин, нет. Отстань, я женат. Пули мне не страшны. Свет. Ты человечишка. Что с лицом? Блин, это не нравится мне это. Я не ведаю боли. Она реально не ведает боли. Как ты смеешь скалить на нас зубы? Да чё? Блин, что делать? Я вскрою тебе глотку и запущу внутрь червей. Да блин. Да что делать-то, ёб... Здесь не пройти, там не пройти. Я устала с тобой сражаться. Может, надо было окно сильнее открыть. Что здесь... А, вот. Нет. Здесь... Ну, короче, давай попробуем окно выбить. Окно. Выбей дальше. Уймись! А, оно уже выбито. Ну, все, приехали, короче. Не убила! Не может быть! А, нет, попадаем. Все-таки попадаем по ней. Ха!
Аккуратно, стой. Ну, видимо, ее надо было стрелять, вот, когда она пробегала. Хотя, может быть, она в целом была изначально уязвима. Ну, я пустой по Патрикам вообще. И у меня хилок нет. Давай сделаем патрон, блин. О, эту штуку можно будет продать, я думаю, торговцу. Прошлый бокал зашел за 3 косаря. Кровь девственницы. Это вот то, что описывалось. Еще одну отвели в подвал. Она прилила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести. Твою кровь выпьют, а проклятая душа будет бродить по коридорам. Я нашла ее, только кожа до кости. Она доедала труп крысы. Чую, мне недолго осталось. Сегодня попытался второе окно разбить. Оно было разбито вроде как. То есть я на него мельком посмотрел, мне казалось, что оно тоже разбито было. Видимо, нет. Но я думал, что свет, а не воздух. То есть я думал, что какие-то с эти... Что оно и так свет через него проходит, и все ок. А ее, видимо, надо подморозить как-то или еще что-то. Да, память как у рыбки, говорит Нов. Хоть чат не читай прям. Так, едем дальше. Так, собрали детали. Дульный тормоз. Это что-то вроде компенсатора, да, по сути? Сгруппировать, видимо, предметы, да? Ага. Привет, Розбрейн. Привет. Ты уже напропускал, конечно, вообще. Наконец-то нам выдали отмычку. Я думаю, столько всего я пропустил, блин, по вскрытию замков. Наконец-то. А одноразовая, серьезно? Деревянная статуя ангела. Так, ну оно вроде по форме не подходит в тот паз. Так, хорошо. Тут тоже нужен ключ. Ложки, ножи. Мы возвращаемся в зал. А, из новых вещей. Во-первых, мы можем сходить к торговцу. Во-вторых, мы можем попробовать поставить статую в паз. Торговец наверху уже вроде. Нет. Здесь пас, винная комната.
А, сюда бутылка ставится, хорошо. Да, это держатели, видимо, для бутылки, да, ясно. Мы заходим, берем порох. Шкатулочка, в которой ключ. От внутреннего двора. Окей. Могу устроить экскурсию. Блин, мать-перемать, что мне делать? Я не знаю вообще, что делать. Пожалуй, оставлю как сувенир. Да у меня здоровья не осталось после битвы с прошлой дурой. И у меня, блин, я нахожусь в холле, где, блин, три выхода, которые ведут в разные места. Но, видимо, мне нужно было бежать назад и пытаться открывать эту дверь во внутренний двор. Но страшно, аж жуть. Да я не могу с хилкой себе сделать, вы чё? Ё-моё. Так, внутренний двор. Хорошо, запоминаем. Внутренний двор. Не, можем хилку сделать. Вот она. Ну и сразу изнуть надо. Потому что у меня нет здоровья. Я шотный, я на один удар. Дульный тормоз мне не особо поможет сейчас. Хотя нужно научиться объединять предметы. А. Нет? Так и не понял последовательность правильно. Так, берем отмычку, открываем эту штуку. Запоминаем, как точно называется замок, ключ от которого мы найдем. И как... Там внутренний двор, да, фигурировал? Внутренний двор. Это же внутренний двор. А вот хрен его знает. Вроде как похоже. Двор-двор. Окружен. Вроде как... стенками, другими строениями. Окружен. Значит, это внутренний двор. То есть запоминай, ты идешь сюда... От нее выбегаешь туда. Сначала поднимаешься наверх. Берешь ключ. Она тебя встречает здесь. Ты вокруг бежишь и за ее спину. А если нет? Ну, тут такая жопа. Перепроходишь. Может сохраниться как-то? Ну сохраниться можно через эту. Через печатную машинку. От внутреннего двора. Ну, похоже, блин, похоже. Могу устроить экскурсию. Серьезно? Для мамы ты тухловат, а для меня... Нормально. Осматриваемся. Что-то нашли, кстати, какую-то деталь для крафта, видимо. Они не любят вообще свежий воздух.
чахнут, сидят в своем замке. Траву нашли, это еще можно одну килку скрафтить. На будущее. Внутренний двор тоже отличается многообразием, так скажем. Надо мне запоминать, куда, если что, бежать, потому что в определенный момент может сложиться ситуация, что, ну, ты... Нужно будет быстро сориентироваться на местности. Тут еще один ключ нужен. А ты не знаешь, куда тебе бежать. Так что запоминаем кое-как. Так, это явно откроется. Давайте проверим еще одну дверь. Это не дверь. Понятно, что. Блин, она меня укусила сразу наполовину хитов. Состояние здоровья никакое. Открываем. Ой, мадама. С канделябром пошел наверх. Играет очень... тревожная музыка. Что я ей с пистолетом сделаю вообще? Очень богатое убранство такое. Матис говорит, обидно, что Миша не пользуется, столько всего пропускает. Ладно, чем я не пользуюсь? Чем я не пользуюсь, расскажите. Картой, наверное, да? Через месяц узнаем. Па-ба-па-ба-пам. Что ты сделал с моей дочерью? Ой. 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 Ой-ой-ой. Карта замка основная. Снять карту. Не слушай советчиков, думай сам. Это еще один советчик, кстати, нужно тоже с ним что-то сделать. В карте пока острой потребности, на мой взгляд, не было. Но, возможно, да, это... Покои Димитреску, зал омовения, терраса. Пока, Гуф. Зал омовения. Неплохо тут все. Даже конь есть. Блин. О, зад коня. Так, у нас... Мы можем вращать статуи, да? А нам нужна логика. Четыре статуи. Куда их можно повернуть? Мужские взгляды женщинам презренны. А бедняков заботит лишь одно. Отдать владыке урожай отменный, чтобы поскорее потекло вино. Вот и отгадка. Мужские взгляды женщинам презренны. То есть женщины отвернуты от мужчин. Бедняков заботит лишь одно. Отдать владыке урожай. То есть те, кто с подношением, обращены к владыке. Мужские взгляды женщине презренны.
Обедняков заботит лишь одно — отдать... Владыки урожай, владыка. Владыка — это у нас человек на коне? Похоже, да. То есть они должны быть развернуты сюда. Это точно. А их развернуть от... Так, и про вино что-то, да? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Эти должны быть отвернуты, да? Этого, может быть, надо было вернуть. Потому что мужской взгляд должен быть направлен на женщину, а женский на... Да. Хорошо. Миша, не тупой! Извините. Не всегда тупой. Поехали дальше. Я еще не это самое, на этаже сверху не все осмотрел, мне кажется. Потому что на террасу не пробовал. В... Пипец, ты первый стример, который так быстро решил на мою память. Бывает. Стример молодец, спасибо, пацаны, спасибо. Спасибо. Бывает, я что, туплю над загадкой просто час, а бывает такое, что... Донат пропустил. Ёшки-матрёшки, сейчас опять залагаем. А, Миш, привет, спасибо за запись прохождения Фростпанка. Последние две недели под фоном работа отлично заходит. Почему дропнула я? Хорошего стримчика. В моей душе покоя нет. В моей душе есть место только для одной стратегии. И это Warcraft. Мочим козла. Хороший стример. Макер хороший. Но не все проверил наверху. Какого черта? В смысле, а что ты волнуешься? Мы не через такое проходили, друг. Блин. Ой, игра меня начинает к плохому готовить. Понятно. Сика. Ребят, наушники надеваем. А! Блин! Сука. По классике, мать моя женщина. Блин. А, это контрольный был. Слушайте, а дульный тормоз, кажется, просто быстрее у тебя возврат прицела происходит. А это кто такой? Ты нормальный? Заканчивается. Можно скрафтить, но пока не хочется реагенты тратить. Блин! Как я тебя ненавижу, тварь, мразь!
Чик-чик! Патронов нет. Ой, твою же шметь. Да ладно. Серьезно. Отступил туда, где не было выхода. Жесть. Ну ладно, твари. Какого черта? Погнали. У меня были патрики для дробовика, а я не успел. Я подумал, что у меня их ноль. Давай, пьянь. Блин, промахнулся. Блин, да ладно. О, можно пушку выбивать у них из рук. Охренеть. Пушку из рук можно выбивать. Вау. Механика. Прицеливание у меня выключено. Ну, потому что я решил, что прицеливание для джойстика. Есть патроны. Я понял тебя. Здесь можно убегать и здесь забаррикадироваться. О, здесь же еще один будет меню. Спокойно его откачиваем. Хорошо. Дозаряжаем дробовичок пятизарядный. Блин, мне хпшки нет, ни хрена. Ну, на тычку мне хватит, я думаю. Так, а может сразу патроны крафтанем, а? Хотя бы чутка. Да, я понял тебя. Блин, надо тренироваться. В ограниченном пространстве. Да ладно. Пытаться нормально стрелять. То есть вот на этих товарищах нужно приноровиться к сенсе, нужно приноровиться к механике восстановления прицела. Черт. Ладно, ты можешь, если что, назад уйти. Thank you.
Вокруг этой штуки можно бегать, это явно кто-то вылезет. Так, их многовато, кажется. Их очень много. Так, что делать? Динамит и шашки у меня отсутствуют. То есть смысл в том, что у тебя на этот момент уже может не быть боеприпасов на оставшихся. И ты их типа должен иметь возможность закайтить. Ну, бегая вокруг, короче. То есть они же тебя не преследуют, правильно? Ты отступаешь. Ты сможешь убежать, если что? Да, более-менее. Вот, они передумывают, ну, передумывают. А, тут понял. Серьезно? А тут тупик. Не, не тупик, не может быть здесь тупика. Да я же... Ох, объемный звук даже в стерео, когда ты знаешь, что у тебя вот прям вот он уже сзади рукой бьет. Страшно. Круто, мне нравится. Ушел просто как царь оттуда. И патронов не потратил лишнего. Ну того я все равно должен был либо выстрелов точным встречать, либо терпеть, получать урон. Так, мы оказались с вами где-то... У меня зазвонил телефон, ребят. Запись можно сделать здесь. Подлутать немножко. Ведь гриб покажи. И вид шикарный, да. Так, здесь, похоже, тупик. Идем дальше по карнизу. Здесь он должен перепрыгнуть, получается. Ну, серьезно. Наша, смотрите, какая женщина. Меня не видно, но ракурс, конечно, шикарный. Не торопится вообще, молодец. Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все. Ребят, я тварь. Вези меня, тварь. Ну, конечно, до мрази еще мы не дошли, но очень близко к этому. Как-то у нас быстро отношения перешли на новый уровень. Я даже не заметил. Такая большая женщина. Белая. Японцы, наверное, в восторге просто.
Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Это наш ребенок. Меня аж трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относятся как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг, эта рвань, не научится манерам, даже если отхлестать его ими. Я бы его порвала, но матерь не позволила. Почему она ведет со мной, как с ним? Она подарила мне этот замок, послушных дочек и вечную жизнь. Ведь так? Кто ее любимница, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Просто сравните, да? Масштабы. Ё-моё, у нее туфли 56-го. Роза, где ты? Стоп. Может, эту штуку как-то сдвинуть можно? Нет? Ладно. Не понял. По логике здесь должен быть выход. Ну, по логике создания. Может, по карнизу пройти все-таки как-то можно. На это не воздействовать. Карниза в ту сторону нет. Ладно, давай чуть назад. А мы можем вообще назад? Это очень... А, можем в целом... Не-не-нет. Проход действительно здесь. Вопрос только... Да, я тебя потуплю еще немножечко. А, вон подсвечник. Ключ Димитреску. Точнее, светильник. Твою мать. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду. И уничтожу! Да, и этот образ, конечно, героини. Покажи свою силу. Какую силу? Ты чё, она тебе уже все показала, ты никто. Она все. Я хотел сказать, что персонаж очень хорошо проработан. То есть это прям... Ну, я помню, когда игра вышла, довольно большой резонанс она вызвала, что это очень нетипичный злодей. Такой прям и страшный, и властный, и по-своему красивый, прям... То есть сильная женщина. Похоже просто на поле боя. Но мы помним, что еще две ее дочки чувствуют встречу с ними. Блин, как мне здесь убегать? Косарик. Косарик.
Да, нас точно готовят к битве, друзья. Это прям 100% сейчас будет беготня. Будем искать... И триггером этой битвы, начало этой битвы, будет вот этот рубильник. Ладно, с богом. А, блядь! Я тоже самое скажу. Я не пытаюсь убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Не трать мое время. Блин. Ты не сбежишь отсюда! Чё с рукой? А возьми спирт. Ой, дурак, там же надо жгут... Это хороший юмор от разрабов. Все, и пальцы зашевелились, все, нервы восстановлены. Срослось все. Да, это явно, это псюр просто тоже. Нет. Нет. А, вижу тебя. Что-то вас много, друзья. Да лев. Ага, прикольно. Ай. Ну, целься лучше, Миш. После перезарядки сразу начинаешь прицеливаться. Блин, а чего вас так много? Реально можно как-нибудь отстрелить оружие у него и... Надо попробовать. Хотя не кусаются, как правило. Ой, это плохо.
Так сколько вас, слышите? Может, мне вообще не сюда? Может, мне не надо их убивать? Как-то очень много трат. Последняя пятнашка на крафт. Надеюсь, это все. Да у меня 5 патриков осталось на пистоле, 1 на дробаше это. Ну, вроде все закончилось. Что у нас по предметам по новым? Маска печали — это первая из 4 масок, которые мы можем поставить в зале к статуе. Ключ, который, может быть, сейчас будет подходить периодически к разным дверям. А он подходит вообще к всем дверям, ко всем. Ой. А. Вспомнил. Нет. Это не то. Карта замка пристройка. Так, вижу, где требуется отмычка, да? Несколько разных этажей. Оперный зал. У меня прям здесь под боком. Который заперт с другой стороны. Но альтернативного входа с этого этажа нет. Но можно зайти сверху, скорее всего. Со второго этажа. Можем попробовать подняться здесь наверх. Блин. Кажется, зря я сюда иду. Блин, там топает кто-то. Это был я. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. На заказ. Главное, камеристка. Нет, там реально кто-то топает. Стрём-то какой, а. Да я не готов, у меня патриков нет. Я все отстрелял. Может, вернемся к торговцу? 10 косарей на руках. В целом можно, конечно. Да, ножом мы много не затыкаем, вот в чем проблема. То есть первый же зомбарь нам объяснит, у меня патриков только на одного. То есть первому, ладно, мы, может, что-то еще расскажем. Поэтому давайте попробуем. Так, а вернуться я должен вот туда вот, насколько я помню. Угу, это здесь мы маску поднялись, как будто на лифте. Здесь же выход. Да, понял. Понял, был неправ. Наконец-то мы встретились. Блин, нет, не надо, не надо, не надо. Родная, ты чё? Родная, я был неправ. Теперь мне мало того, что выбора нет, так еще и надо будет за мной. Да ну, я не хочу. Я не хочу. Нет, я вижу. Уже врага одного. Топот слышишь? Нет. 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 Сейчас дверь слева откроется, она зайдет.
и лучше дневничок. 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 Один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старшей вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху. Два дня после процедуры. Все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, их убивает холод, а не свет. Холод! Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. 4 дня процедуры. Все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная, копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными. Те, что на губах, ярко-алыми. 6 дней после процедуры масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь. Как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена. Белла, Даниэла и Кассандра. Охренеть. А мне что с этим сделать? Нет. Здрасте, блин. Охренеть. Ну, приехали, я с ножом. Собственно, все. Это что такое? Шар с цветком и мечами. Что, блин? Шар с цветком и мечами. И тут макет этого замка. Надо осталось только вспомнить, где я его видел в прошлый раз. Ну что, я побежал. Назад. Ну того я уже нормально не убью. Здрасте. Меня нет. Так, мы должны возвращаться в холл, видимо. Так, а где же я его видел-то, а? Зал 4, это... Ага, вот комната торговца, дабы прорваться. Есть деньги, надо купить снарягу. Сейчас в столовую, через главный зал, сюда, в дом торговца. Там будет у нас сейф. Может быть, будет отмечено еще... Не отмечено. Так, где-то я... А, подождите, может быть, в самом зале торговца вот напротив же стояла какая-то штука. Да, нам туда. То есть лево прямо-прямо, лево в конце, вниз-вверх, вправо... А, не, погоди, отсюда я могу не пройти, да? А, и тут
Смотрите, поиск завершен, ведется поиск. То есть те места, которые... Ведется поиск. Что бы это значило? Ведется поиск, скорее всего, то, что я там не все... То, что я не все собрал. Ну, это не меня поиск ведется, потому что есть не исследовано. Стало быть, в столовке, например, я не все увидел. Тихо. И здесь не все собрали. Давай в зал четырех ставим маску. Может, надо было сначала торговца. Начнем с самой простой маски. Я не смотрел, сколько пазов той маски, если честно, поэтому мы просто методом тыка. Здрасте. Рад видеть, что вы цел. Как идут дела? Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. О, у него что-то новое появилось. Мы шарик используем. А тут интересный такой механизм, так скажем, да? Ему, видимо, неинтересно. Да подожди, ты у меня тут... Ай. Там мне нужно центр пройти, к красному флагу прийти. Здесь надо аккуратненько все выровнять будет. А, он получает... Нет, стоп. Как же его понизу провести или нет? Или поверху? Наверное, поверху, потому что это штука, которая обозревается. То есть нам нужно сюда его как-то заводить. И по той границе проводить. А потом на себя... Там все равно дрень. Ну да, вроде так. Хорошо. Интересная игрушка. Чего какой-то дали. Алый череп. Чувствую штуку на продажу. Давайте посмотрим, что... Так вот, еще будет три таких головоломки. Здесь описание как раз лабиринта именно такого локального. Ясно. Замок первый, дом на холме, водяное колесо и железная башня. Вам давайте... что-нибудь подсказать? Да. Что у нас есть? Обломок кристалла сразу идет. Деревянная статуэтка ангела. Бокал. Кристаллическое туловище. 13 косарей уже. Ожерелье защищающее. Алый за 8к. 23 тысячи! Да ладно, я богат! О, я богат. Даже без поворота камеры, там можно было камеру повернуть. Прикольно. Вот поэтому я не люблю подсказки. Ты все равно загадки некоторые можно... Лучше самому мучиться, и что-нибудь да получится. Все, продаем. Вот на это стоит раскошелиться. А, у нас еще 7 черепов по 900.
Ну это просто. Что все так плохо? 40 косарей! 40 косарей, ребята! Давайте посмотрим, что нового появилось у него. Новых пушек нет? Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Мод для ружья есть. Мод для пистоля. Вообще, если мы говорим про 1000 баксов за 5 патронов для дробаша, это вообще по-божески. А пистолетный вообще... так я сейчас полный... 150 стоит, так я же все. От ситуации, в которой я боюсь заходить в помещение из двух зомбарей... Потому что у меня патронов на одного. Я сейчас превращусь просто в машину для убийств. Ага. Просто потратил 3 косаря. Спасибо за покупку, сэр. Что с Патриками? А... И дали 15... Нет, стоп. Это один патрон 150. Все это инвестиции. Ах ты пес, еврей, а? Да. Нет, так не очень хорошо. Машина, да. Машина. Ну что, тогда имеет смысл, наверное, что-то прогрейдить, блин. Так мы, по крайней мере, экономить патроны будем. Чё покупаем? Чё покупаем? Так любит один мой друг. А, чё покупаем? Опа, стоп. А почему плюс... урон уже! А, это из-за дульного тормоза у нас урон увеличился на 30-ку. Вот, дульный тормоз дал в 3 раза больше, чем один грейд. Ладно, все равно 6 тысяч уже не такие деньги. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Темп стрельбы увеличится даже меньше, чем на 10. Хотя и в обратную сторону, может быть, здесь нормально будет. Перезарядка, боезапас. Ой-ой. Не, ладно, давай отталкиваться от того, что мы будем оптимизировать. Модуль для пистолета значительно увеличивает боезапас. Скорострельность. Сниперские патроны. Мины можно сделать. Нет, скорострельность и боезапас, учитывая быструю перезарядку, это как раз второе. Скорее темп стрельбы надо бахать. Апать. Хоть и не сильно, но дешево. С удовольствием. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Хороший перевод. Мзда. Ладно, не будем тратиться. Заходите дальше. Заходите еще. А там топает кто-то. Я не чувствую себя в безопасности здесь. Так, и комната торговца тоже стала синенькой. Хотя зал 4 синенький почему-то, а там явно загадка не решена. Супер Крэзи Фокс, что покупаем? А, это отсылка к чертому резику, там был торговец. Очень колоритный, если помнишь. What are you buying? What are you buying? Не помню. Так, ну в целом можно вернуться во двор и пойти опять на второй этаж оперного зала. Там мы далеко не все исследовали, вернуться туда. И... Так, со здоровьем все ок, хилка одна есть. Побежали. Я посмотрел еще столовку, потому что как будто
Как будто мы здесь что-то тоже еще не долутали. Может, на столе что? Может. Может. А может, типа, со временем она. Так, уходим сюда влево, да? Потом на второй этаж. Сюда только. Оп. А, это мы проверяли. Ну и второго зомбаря надо мочить, я полагаю. Все равно мне не нравится то, что мы... Что патриков не осталось опять. Замок несложный. Отмычка отображается? Отображается. Хорошо, запомнили. Отмычек у торговца, насколько я помню, не продавалось. Но вполне вероятно, они появятся потом. Спускаемся. О, фортепиано. Оперный зал. Блин, у нее, если учесть, что она там 1.5 метра, у нее такая дыхалка вообще. Она такое может издавать. Но голос, безусловно, должен быть скорее прям очень низкий, учитывая конституцию. Там есть корреляция между обычной длиной связок и ростом человека. Ну, бывает по-всякому, как вы знаете. Но в целом... Чем выше человек, тем ниже голос. Сонга, я даже не знаю, что это такое. Уверен, что реальное произведение. Сыграем? Да не, я не могу, не умею. Так, выбрать ноту. А, вот так вот. Ну, сыграем. До, соль. Что? Что тебе не понравилось моя до? А дольше и держать? Или что? А, надо по-другому, подожди. Надо жеф, а я мышкой. А, до, соль, си, в до мажоре у нас. До, си, ля, ля, ре, до, ре. Где там? До, ре, ми, ми. О, и за это мне дают ключ. Железный ключ. Класс. И что пишет? Научного названия нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела, как у мясной мухи. Но голова отличается. Плотоядные они. Активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны. Они рождаются, когда каду откладывает или каду откладывает яйца в хозяине. Видимо, это тоже какое-то... Но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10 градусов, их метаболизм замедляется. Они впадают в некое подобие криптобиоза. Как тихоходки или, может быть, полипедилум вандерпланки. Возможно, но это не точно. Кадо молодо. Тихоходки вообще бессмертны. Нифига себе. Так, собрали лут. Осматриваемся. Внимательно. Мы пособирали еще довольно много ингредиентов для крафта патронов. И во, уже чувствую себя поувереннее. Так, а ключик у нас какой? Он какой-то с железной отметкой. Мы такую отметку периодически встречали на разных дверях.
Ну, она кажется, по крайней мере, знакомой. Маленький потертый ключ. Им часто пользовались. Окей. Это шорткатик, да? Да, шорткатик. И оперный зал, видите, с таким тоже голубеньким. Все нормально с ним. Так, куда бы нам сейчас податься? Кухня была заперта, насколько я помню. Можно через столовую туда попробовать. Или мы просто... Не-не-не, на кухне... Кухня не была заперта, мы через нее пробегали. Просто мы не все там облазили. Ну, не все заметили явно. Блин, к чему же мне ключ-то дали? Не подсказывайте, пожалуйста. Па-па-па-па-па-пам, пам-парабам-пам-пам. Отмычечка. А что на... А, вот он, ключ. Через оперный зал на второй этаж надо вернуться, и мы пойдем при помощи этого ключа это в библиотеку имени Ленина. То есть мы в целом возвращаемся назад, поднимаемся наверх, идем направо. Блин, сука. Ой, извините. Ох. Не, надо к следующему пульсометру организовать. И большими цифрами красными на экране вы будете видеть, что... У меня сейчас где-то 130. Ой-ой-ой-ой. Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. Нет. Бедный крошка мужчина. Не пробивается. Отлично. Но это было незабываемо. О, подожди. Нет? Показалось? Наконец-то мы встретились. Такая очаровательная и при этом страшная. Ладно, пробуем еще раз. Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. Не действует, похоже. Шалун, тебе не скрыться. А, на этих есть что-то. Я могу... Вот. Ты злюка! Зачем ты это делаешь? Жить хочется. Зачем ты так сделал? А!
холодно. А, я должен при этом при всем еще нормальный урон ей наносить. Ты меня не любишь? Как по ней попасть-то вообще? Всем остальным нравилось! Где? А, вот он. О, ты станешь частью меня навеки! Девушка, я занят. Твою мать! Как же я попал-то, а? Да блин, как же тебя... Да как? Мне нужны патроны. Да ладно. Твою мать. Ты что, злая? Сон. Просто сон. Ай. Не прекрати. Чё-то она не собирается умирать, кажется. Не хочу умирать. Есть! С первого трая просто. Нана! Механика просто на ходу, просто на ходу. Ненавижу насекомых. Это два из трех. Первого нет. Ну, первый-то, считайте, не считается. Чё, пришел туда и все, и пострелял, и умер. Ну, со второго, ну чё, ну, вот нормальный трай только был один, ну. Такие душнилы просто. Сказали бы, да, ну, Михаил, ну, почти, ну, все равно красавчик. Нет, не с первого. Вот так всегда. Спасибо, Энтман. Вот от души. Так, что... Так, подожди. Откуда мы пришли? Что мы тут? Мы тут, во-первых, в библиотеке еще якобы не все... А, там второй ярус. Может, он бутафорский, а может и нет. Собрал только пачку патриков. Ага, это вот отсюда мы пришли как раз. Все остальное вроде закрыто. Ой, Мика, привет! Какие варианты еще? Потому что могу. Блин, все равно говорят, библиотека твоя пока еще. Может, он отображает еще, типа, вот эти вот секретки, которые, типа, найди свечение, постреляй в угол, получишь результат. Ладно. Ителуоточ, привет. Ага, вторую маску, кажется, нам здесь выдадут за это. Здравствуйте, здравствуйте. Маска радость. Причем пас один, как вы видите, чтобы потом не подбирали. А, это печь такая классная. Ё-моё.
сюда закрыто или я просто... Блин, страшно жить. Да ну вас нафиг. Зал радости. А, там ателье какое-то. То есть там какая-то уникальная комната. Пусть прозвенят 5 колоколов в этом зале. То есть в рамках этого зала мы видим колокола первый. Вон наверху второй. Скорее всего, там, где механизмы, что-то периодически... А, вон третий появляется в механизмах. Так, шу. Третий. Вон там один. Патриков. Это, видимо, для того, чтобы мы смогли спокойно пострелять, да? Главное, чтобы патроны хватило. Люстра подозрительная. Может, сверху мы увидим под другим углом. Там виднеется, да, 4. То есть нам нужно место. Интересно, важна ли последовательность? Потому что они разные по размеру еще. А, и вон он последний, да? Пятый. Возможно, их стоит активировать, так скажем, в последовательности. В определенной. Ну, мелкий самый, вот этот вот. Самый мелкий — это этот. Этот вроде ну, это точно побольше, но он меньше, чем... тот, который на люстре. Интересно, ограничены ли мы еще по времени здесь? Этот еще больше, тот самый большой. Ладно, а мы снизу... А если так? Ага. Зажигается огонь, но, очевидно, он будет гореть только пока колокол по инерции... качается. Потому что это явно не бесконечный процесс, правильно? Давайте прикинем, сколько занимает, сколько у меня есть времени. Или бесконечный. Не, если бесконечный, то халява. И раз он в стандартном статусе, значит, вряд ли они будут сбрасываться. То есть порядок тоже не нужен. Не, я подожду, я человек такой. Возможно, эта загадка действительно такая. Типа, просто найди 5 колоколов, и все будет ок. Да, видите, не... порядок не важен. Порядок не важен. Так что вот еще один колокол. Вот он. Все вроде. Я думал, мы будем ограничены по времени или по логике размера колоколов. Что-то открылось. Ладно. Иди туда, и говорит, это вот, блин, я не хочу. Любая неизвестность здесь, конечно, тебя очень пугает. Куда залез? Зачем залез? Просто потому что могу. Ой, мать моя женщина, куда я пошел? Погнали. Я мог бы озвучивать. Нормально дыхалкой работает. Молодец. Компрессия, все дела. А, козел. Ах ты, смотри, какой хитрый козлик. Ой-ой.
Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой, друг. Это очень подозрительно ты лежишь, конечно, мразь. Вставай, пьянь. А, основы, блин, геймдизайна. То есть ты заходишь в комнату, у тебя есть лут и место, вокруг которого ты можешь бегать. Возникает вопрос, что как бы лут — это приманка. Карта сокровищ! Трежер? Непонятно. Так, где же трежер? Карта сокровищ! С кухни, из подземелья. Куда-то в башню, и там сокровища. Осталось понять, где я. И где кухня. И где подземелье. Ладно, запомнили. То есть кухня, кухня, кухня. Я помню одно место, которое можно назвать было кухней. В целом. О, отмычечка. Это шикарно. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов из различных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Ядовит, отравленный клинок, ребята! Снайперка! Винтовка F2. Па-бам! Ну, заряжай. X8. Так, на 120 челики, соколик! Соколик! Нет, это не X8, блин. Дай бог. X4. Больше на X2 похоже вообще. Ну, не соответствует оптика выдаваемому зуму. Так, что по патрикам? 4 патрона. Надо застрелиться. Чей туфля? Гоу на рыбалку. О, это, конечно, возможно. Но нам сейчас по канону должны... выдать, по кому пострелять. Ну что, в Мазгар кто-то пошел. Не иначе. Я чувствую себя арчой. Со снайперской винтовкой. Делаю хилком, что у меня здоровье слабое. Замазываю сразу. О, Black Hawk Down. Отлично. Trick Shot. Сразу ачивку дали. А я хитрый, конечно. Я вообще коварен, как не знаю кто. А. Куда ты, тварь? Садитесь, ребят, нормально все будет. Правда, у меня патроны 4, а их как минимум еще... Ну, осталось 2 патрона, а их 3. Они же когда-то устанут, правильно? Минус еще один. Остался последний патрик. Я, кажется, увидел, где гнездится третий, точнее четвертый. Отсюда я его плохо вижу. Видите?
Так. Ну все, как бы патроны и снайперки, ну снайперские винтовки закончились. А жук один летает все еще. Лифт. Да тихо, ну ёб, ПРСТ, это серьезно, тварь, мразь, ну как так-то, ну нельзя так. А, ты прилетаешь даже. Кристальное крыло взяли. Вот и меня покоцали. Летающие твари. У меня цепляется. Этот за хвост мыши цепляется. За угол я. Постоянно. Блин, это вообще левый был, чувак. Еще 4 патрона для снайперской винтовки. У меня их 8. Что? А урон у нее такой. Ну, пистолет наносит сейчас 130, а я выстрелил раз, наверное, 7 в гаргу. А снайперская просто ушатала с первого шота. Угу, понял. Ой. Блин, ты... Извините. Ну тоже страшновато. По звукам там назад поворачиваешься, такой бах. Чисто по звукам. Хорошо. Тихо, спокойно. Так, я там еще не все собрал сзади. Лифт еще не... А я не уверен, что мне на лифт нужно вообще. Я бы на крышу вышел, подлутал. Что? Подлутал бы чего-нибудь. Так что лифтом воспользуемся чуть позже. Давай без такого дыхания. Такое ощущение, что ты там не играешь, а чемпионат по варику смотришь. О-о-о. Окей. Очень стрёмное затишье. А у меня есть вообще хилка? Я могу сделать еще одну. Может, надо было воспользоваться лифтом. А снится нам. Блин, серьезно, так много всего. Ага, вот это лут с тех, кто упал. Уже 3 прохода, так нетипично для коридорного. Для линейного прохождения. Ладно, 2 направления. Фактически, потому что здесь... Получается тупик. То есть лифты прямо. Погоди, я вот здесь не обходил, кажись. Как не обходил, если обходил? Ладно, давайте тогда посмотрим, куда нас лифт приведет. Часик, добрый вечер, пишет Халдер Элдер Скаут. Я не пойму, где эльфы, орки с топорами. Ну, орки здесь были. Вот эти вот в самом начале. Такие здоровые, безжалостные. Лифт долгий. А, знакомое место. Ну тогда мне назад.
Погнали. Ты, видимо, будущий шоткат. Живут же люди в замках, да вообще, это страх-то и только. А убираться сколько, представляете? Прогревать опять же, да, этот. Сколько за газ придется платить? Опять же, надо точки доступа ставить по-бесшовные желательно. Wi-Fi имеется в виду. Сплошная морока. Черт, продолжает играть эта тревожная музыка, и она прям меня... Я стараюсь спокойно реагировать, но она дестабилизирует меня. Так, мы на тарзаночке будем вниз спускаться, или как она там называется. Не знаю, как правильно, если честно, вот эта вот штука. Это не тарзанка. 13 патронов взяли. Осматриваемся. А зачем я сюда вообще пришел? За 13 патронами или зачем? Или меня она доставит? Нет, это четко шорткат в сторону лифта. Возможно, это локация для теста пушки. То есть ты получаешь оружие, получаешь практику, как из нее пострелять. Ну, немножко там еще патронов, ресурсов всяческих. Капец, красиво, конечно. Просто красиво. Фуникулятор? Хватаемся. Ну, второй рукой бы ухватился. А, маска, стоп, мы не сюда приехали. Это третья маска, алло. Маска гнева с тремя пазами. Супер. Картинка просто бомба. Ну и вот это уже шорткат получается к лифту, правильно? Ну как будто я могу пройти через эти решетки. Такое впечатление, что... Ну, видимо, нет. Погнали на лифт. Так, 3 из 4 масок собраны. Сейчас мы можем их поставить в соответствующие пазы. Разжили с новой пушкой. Так, давай только посмотрим. Зал 4 прямо по курсу, все остальное полутано. От зала 4 мы еще не исследовали нормально. У нас отмычка еще появилась, помните? Можем сбегать по этому коридору, там повнимательнее полутать. И отмычкой что-то открыть. То есть давайте сейчас идем ориентировочно прямо. Все страшно. Тупица! Ай, блин. Что толку бегать, если тебе не выжить? Твою налево. И что мне с ней сделать? Ничего, кажись. Застряли. Опа, задоджил. Как? Надо посмотреть на ее удар издалека. Возможно, у нее какой-то клиф. Ну, то есть у нее какой-то удар с... У нее, кажется, она с правой руки бьет, у нее такие когти эти металлические, помните? И, возможно, она как-то характерно замахивается, то есть у нее слепые зоны есть. Какая женщина? Мечта поэта. Так, быстро ставим маску в первый пас.
радость. И вот в эту. Она за мной все еще идет. Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Блин, надеюсь, она к торговцу не придет. Хотите что-то купить? Ох, давайте сейчас сбагрим что-то. Наверняка у нас 24 тысячи, во-первых. А, кристальное крыло. Это с гарк туловища. Это с босса. Патроны пистолета. Покупаю за 150, продаем за 15. Можно продать снайперскую винтовку за 20 косарей. Но думаю, что... Должно быть. У меня есть новинки. Здесь ничего нового, а в оружейной появились моды для снайперской винтовки. Вот так вот. Ну, я бы по логике тоже урон сначала. Позвольте мне. Можно по мелочи апнуть пистоль, перезарядку. Эти руки тоже гораздо проворнее, чем вам кажется. Можно попробовать крафт патронов, потому что, возможно, у меня есть ингредиент, который не пересекается с... Заходите еще. Да, патроны дробовика пересекаются с хилкой. По три штучки делать, да? Пороха требует чуть меньше, но требует реагента. Не знаю, слишком дорого, мне кажется. Давайте через зал четырех, как и планировали, попробуем перейти в соседние... Короче, в сторону спальни идем, и там при помощи отмычки что-то открываем. Она как раз уходит тут. Так, здесь надо... Здесь, кажется, я в прошлый раз просто бежал от нее. Реагент. Чувствую, да, блин, ужина не протяну. Сика. Там осталась эта третья сестра. Ну, в целом, боезапас-то у меня есть, правильно? 30 патриков, 4 дробовика и 5 снайперской винтовки. Меня больше возникает... Ну, больше интересует то, как мне ее... То есть я же не могу ее убить, пока не будет холодного воздуха. То есть мне нужно найти место... Блин, сохраниться бы. У меня и здоровья нет, на самом деле. То есть мне на удар от следующего босса.
Да, по-хорошему надо сейчас сохраниться где-нибудь. Вообще-то. А я не помню, где у нас сейф. Кажется, здесь где-то в оперном зале было, да? Нет. Я еще кухню не проверил. А, от кухни, блин, от кухни же у нас еще есть секретка от кухни. Попробуем секретка от кухни. Да! Помните, там, где шкаф был за... Погнали. Бля, ни хрена не видно. Помните? У нас была карта сокровищ. Вот она кухня, вот она подземелье, и мы входим к... сокровищем. Ну, надеюсь, я выхожу просто в том направлении. Мы все читали. Да, я подозревал как раз, что именно это и была кухня. Во, видите, собрал лут, она стала как надо. Здесь мы сражались с первым боссом. И напротив... Блин, опасно. Вот она лестница, напротив лестницы. Еще разок глянем. А можно масштаб? А, тут ничего-то особо. Вот она кухня, вот мы прошли, поднялись. Мне надо спускаться в подземелье, по сути. Хотя вот я думал, что вот эта лестница. Или мы прошли по подземелью. Мы прошли по подземелью или не прошли по подземелью? Это риторический вопрос, ребят. Может быть, это все считается как кухня. Что-то не похоже на подземелье. Типа мы должны спуститься вниз. Потому что сам вход напротив лестницы. Вверх она ведет, вниз не совсем понятно. Но тут вообще не пахнет секреткой. Ни рубильников, ни маркеров, так что попробуем спуститься вниз. Ой, я там зомбарей же оставил. Вот сики. Да блин, я тут все патроны растрачу. Хотел отстрелить ему руку. Дробовик мне нравится больше. Как ты выжил, тварь? И ты выжил. И пропали. Они резнулись на свои позиции. Ребят, вы охренели, что ли? Еще здоровье восстановите. Так, хорошо, патрон для пистолета хотя бы в каком-то количестве.
Не, вроде не восстановили. Да, не восстановили. Так. А вот это больше похоже на подземелье, потому что мы, по крайней мере, спустились, оказались где? Правильно, под землей. И здесь ключ. И напротив, как раз, да, напротив лестницы. Это и есть сокровище. Только не забудь, что потом надо будет... Может, крафтанем еще патрики? Давай, лучше так. Для дробаша. Мне очень нравится дробаш. Ну, правда, он с первого раза в голову не убивает все равно. Открываем. Ключом с отметкой. Заходим. Ой. Так, ну тут у нас загадки. Самодельную бомбу дают. И очевидно, эти штуки надо поджечь. А также дают 3 заряда, 4 заряда снайперской винтовки. Эта штука, скорее всего, взрывается просто. Ну, вон там огонь горит. Да. Действительно взрывается. Единственное, кажется, со здоровьем у меня после этого стало плохо. Первый пошел. Ай. Не? Их надо толкать друг в сторону друг дружки, короче. Они же встретятся где-то вот здесь, вот наверху. А-а-а. А что, инерции не хватает? Мне нужно как-то... Ага. Ну, как-то оно само получилось, я тут ни при чем. И ушла защита, да? Хорошо. И что же у нас тут? Вот гробы открывать в неизвестном замке после таких чудес я бы не стал, конечно. Лазурное око. О, как. Мало того, что нам здесь выдали патронов. Много патронов выдали. Мы остались фактически обломок кристалла на продажу. Пистолетные патроны даже больше. Так, вроде здесь больше делать нечего. Да, видите, подсветились синеньким. Можно попробовать вернуться в покой и утешение, потому что там, как вы видите, лока тоже такая. Не позитивная, не синенькая, а красненькая. Немножко сыкотно туда же тоже возвращаться. А-а-а! Я вспомнил, почему сыкотно. Вон я. Лучше с дробовиком наперевес здесь ходить, честное слово. Все. Закрыли, взяли лут. И погнали наверх. Классно. В дегустационный тоже, но я такой крюк не хочу делать, если честно. Перегонный, правда, тоже. Но на будущее действительно надо с картой сверяться, потому что это такой маркер, типа ты... Ты все собрал, что мог, или не все? Что по крафту еще патриков на дробаш могу? Блин, может реально сейчас крафтить? Убийцей буду просто. Так, давай-ка спланируем. Шизофреник ты мой. Куда мы дальше пойдем?
Первый вариант не очень мне он нравится, потому что непонятно, что меня там ждет, особенно без сейва. Это сходить, попробовать третью дочурку, познакомиться с ней. Ну, там, где спальня, вот туда пойти. У нас есть отмычка, у нас есть неисследованный там коридор и здание, но у нас там есть и босс. Соответственно, возникает вопрос. Идем ли мы аркадить без здоровья, без сейва? Уповая на автосейв и на то, что мы там с первого трая, блин, все сделаем. Нет, так нельзя делать. Надо делать хилку, как минимум. И надо хилку сразу применять. Что мы шотаемся с одного раза. Столовка тоже не залутана. Это как вообще? Я ее обходил уже раз 6. А мне игра говорит, нет, Михаил. О! Стопэ. Может, мы ее... Далековато кайтить. Ой, далековато кайтить сюда. Далековато. Оперный зал еще красным, блин. Вы серьезно? Там не все проверил. Ладно, давай в оперный вернемся. Во дворе не все, но во двор мы точно будем еще периодически возвращаться. А та штука тупиковая. Так. Ёперный зал. Ой, мне теперь мышка, хвост упал со стола и создал. Давайте посмотрим, чего от нас здесь хотят. Вообще тут есть ширма такая, ну, это как называется, которая теоретически может быть открыта даже. Кулисы, кулисы, правильное слово. А, во, порох, все. Закрыли вопрос. Взяли порох, закрыли вопрос. Ищи блестящики. В личнику не надо писать, пожалуйста, подсказки, тем более такое. Сам ищи, если хочется. Мы же говорили по поводу подсказок Black Widow. Ой. Здрасте, пожалуйста. Теперь ты умрешь. Да вряд ли. С какой стороны ты пойдешь? С левой или с правой? Понятно. Так, стоп. Блин, а что на втором этаже здесь? Тоже непрошаренная штука, да? По коридору можно походить. Зал радости. Лесенка наверх. Чердак. Крыши. Крыш тоже красный, капец. Но я там был только что. Ну, не только что, а вот... Ладно, давай, не знаю, главный зал. Сейчас дверь откроется. Давай наверх поднимемся, потому что я забыл, что там было. Здесь у нас... Мы вино сбагривали, да? Поиграй со мной еще. Нет, 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 я не хочу. Блин, вас много, капец. Идите нафиг. Так, а она за мной. То есть я теоретически могу направо. Блин, нет! Ля, ты большая, а? Там еще лут остался. Давай, может, присядем, поедим? Чего ты такая злая? Закрою это. Может, это ей не понравилось. Полутали, полутали. Хорошо, че хрен с тобой.
Да ну вас нафиг. Дамы какие-то агрессивные в этом доме. Я к торговцу пойду. Ой. Друг, о, давай поговорим. Чудно. Как раз думал, чем бы себя занять. Вся эта инвестиция, Итан. Хитрый какой, а. Обломок кристалла, череп, крыло. Око нельзя продавать, оно откроет нам. Надо дочерку минусить. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Дочерку надо минусить в столовке, я думаю. Видите, она... Я думал ее далеко кайтить. Оказывается, она была вот прям, как только я выходил из столовки. Она была там... Ну, я когда из зала выходил, она была там. То есть мы ее теоретически можем за собой увести. Отужин, так сказать, с ней. Интересный выбор. Два восемь, два шесть, конечно, это вообще ни о чем. Ну ладно, я фанат дробовика. Так, с удовольствием. Фулл грей дробовик, ребят. Интересных приключений. Спасибо. Сейчас будем приключаться. Какой план? Через главный зал мы стремимся к столовой, убеждаемся в том, что босса главного нет, берем дочурку сверху, ведем ее в столовку, смотрим, холодный воздух пробивает, не пробивает, если пробивает, начинаем ее тоже пробивать. Чё по хилу? Здоровье полное, но дополнительного хила нет. Нет ни хила. Вот, мадам. Не-не-не-не-не-не. Больше да. Некуда бежать. Да есть куда, ты чё? Здрасте. Здрасте. Мордасть. О, есть еще модификатор для ружья. Действительно, скорострельно значительно увеличивает. Давайте его возьмем, окей. И сразу ставим модуль. Ну я все, я без денег остался. Но заходите зато... еще. У меня дробаш. Давайте, друзья, без советов, пожалуйста. Пожалуйста, без советов. А то это превратится в игру по указке. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Он там стоит. Ушла? Я слышал, шаги уходили. Да, она ушла. Ну теперь вопрос к дочурке. Дочурка-то тоже наверху где-то была. Не понял. Блин, да нет, ну чё ты? Надо везти её в другое место, видимо. Иди сюда, родная. Иди сюда, моя мечта. Пойдем с тобой во двор, во внутренний. Иди сюда, родная. Хотя плохая идея. Потому что когда я переведу дочурку сюда. Я ее встречу неизменно. Она же возвращается в зал. Она уже вернулась в зал. Блин. Такие крохотные ручки и ножки.
Сочувствую. Может, ее провести куда-то дальше? Давай, Комцемир. А, тут закрыто. Блин, плохая была идея. Ах, твою... Прекрасные навеки, как матери Миранда. А, я никуда не убегу. Тебе конец. Это точно. Блин. Хила у меня нет. Мне на одну тычку. Так, ай, какая боль. Во дворе мы тут не все плутали, но мне кажется, что это ничего не поможет уже. Ой. И закрыто, там тупик. А я не знаю, как я с ее дочеркой буду справляться. Мне это не кажется вообще реалистичным. Без хп. И не скрафтить, да? Зато ты скрафтил патрон для дробаша. Молодец. Думай, куда идти. Лифт наверх. Еще одна отмычка. Я вот в библиотеке что-то не помню, чтобы был. А, библиотека — это там, где мы сражались с другой, да? Похоже. Можно попробовать мимо босса сейчас подняться, мимо второго, в зал радости и расширить библиотеку. Заодно ее зачистить и дальше зачистить. Там слишком много всего неисследованного, неизведанного. Так что давай, где мы и где библиотека? Поднимаемся по лестнице, заворачиваем налево и молимся. Молимся, потому что там... Дочурка может выскочить в любой момент. Что раз она была здесь. Зал радости. Идем в библиотеку, действительно. Да. В библиотеке я точно не все подлутал. Здесь мы сражались в прошлый раз. А учитывая то, что я сейчас по луту прям очень сильно просаживаюсь. И здесь мы не все подлутали. Ну ладно, давай для начала осмотрись. О. Там интересный был этот. А, иллюзия. Видите, плитка типа двигается в правом верхнем углу. Это из-за того, что у тебя пелена, и у тебя такое периферийное зрение немножечко уже все... страдает. Ищем, чем тут можно поживиться. Я помню, что в прошлый раз осматривал это. Возможно, стоит уже заканчивать, потому что играем уже 3,5 часа. Нет, 3 часа. 2,5 часа. 2,5 это детский сад. Конечно. Но уровень концентрации постепенно падает. Слушайте, а может быть мы еще разок рубильник используем уже после того, как... А, не можем. Да, я думал, после того, как мы босса убили, можем еще разок попытаться это сделать. Черт, ну вот говорят, что в библиотеке что-то есть хорошее. Я как Остапом Бендером себя чувствую. Вижу стул. Классный. Давайте без подсказок. Я понимаю, что соблазн велик.
хз. Прям не знаю. Но библиотека просто подлючим образом горит красным. Ладно, давайте попробуем выйти из нее, потому что были еще нелутанные. Вот это вот место недолутано. Оп, оп, Патрики. Зелененькая, зелененькая. Оперный зал, оперный зал. Который тоже красный. Но там отмычка нужна, как мы видим. То есть он, возможно, поэтому... Поэтому красный. И здесь тоже, как видите, окна. И тоже прохладу можно создать. Да, здесь мы были. Ставни резко закрылись. То есть вот она, закрытая отмычкой. Не знаю, какой-то шкафчик закрытый. В остальном мы здесь вроде все взяли. Ну, в этом крыле тоже был предмет, который... помните, мы замок вот эту вот головоломку разгадывали, да? И здесь мы взяли из шкатулки шарик. Так что тут, в отличие от библиотеки, я думаю, делать нечего. Вот в библиотеке нет никаких вообще... Нет никаких там, блин, не знаю, предметов, которые залочены или еще чего-нибудь такого. Тут просто что-то есть. Вот что-то здесь есть, а я, блин, найти не могу. Это что-то. Это, конечно, что-то. Столы закрыты. Давай ползком. Вдруг мы посмотрим на мир с другого ракурса, и нам откроется. Да, ах ты, игра. Так, но... Все равно... Все равно хпшечки-то нет. Поэтому я полез на чердак. Потому что если я сейчас полезу куда-то на босса, то до свидания. Есть! Нашли хилку, ребята! Нашли хилку! На чердаке, правда, тоже не исследовано. Есть. Ну, погнали. Сейчас пробежимся по чердаку. Там монстров нет. Но там, может быть... Ползком сработал. Там не только... Там можно было... Я же встал после этого и посмотрел себе под ноги, и появился маркер, что можно открыть этот шифонер, блин. Но... Ползком, да, было... Было, конечно, лучше. Это выглядит как будто единый объект, то есть... Он не сильно разделен на... А нет, может и нет. Может и один. Да, он сегментируется все-таки. Окей, хорошо. Нашли в одном, идем дальше. Переходим в следующий. Здесь были гарги. И мы не все явно подлутали. Но есть у меня сомнения, что получится прям... Прям найти простым способом. Что я тут бегал пару раз-то точно. Нарезал кругаля.
И может быть какой-то лут просто упал с гарк в какие-то хитрые места. Так, надо подлечиться все равно. И я их просто не могу забрать. Что я в самых неожиданных местах находил остатки гаргуль. На этих крышах. На лифте потом спустимся. Ну, пробежимся. Нет, вебка у меня старая, просто я свет по-другому поставил. Вынужденный из-за того, что... У меня моник новый. Спасибо Ледоколычу. Он себя взял хороший, а старый сдал. А старый такой, который, блин, мама, не горюй. Там LG-шный, 27 дюймов, 144... ИПС-ная матрица с каким-то там, ну, типа, качественной еще. Светопередача очень хорошая. Разрешение, как бы, Full HD мне больше и не надо, но... Просто я подключил, у меня был старый на ТНовской матрице. Моник. 7-8-летней давности. Это просто такое... Работать за ним приятно. Я сегодня кайфовал. Тут 4К, да, тут 4К, там еще что-то навешено. Ну, грубо говоря, этот там стоит 25-27, тот 65. Все, и... К Эльдару приходишь, у него просто консоли, компы, все заведено, коммутация там. И звук, и все. Блин, просто. Ну вот, сейчас я пробежался по тому же самому маршруту, по которому бежал в прошлый раз, и... А, вот, мне показывают, что в колокольне ты все нашел, а ниже не нашел. На крышах. Ну хрен с ними, с этими крышами. Реально. Не ясно, кто из вас стример. Ну, Ледокол еще тоже стримит, между прочим. Ну, как бы for fun, но тем не менее. Так, спускаемся. Спускаемся. Я бы сейчас сохранился, потому что любой шальной удар от мадамы... И мне придется опять думать, как восстанавливать здоровье. Где брать травку. Вызываем лифт. Как новые технологии RTX? Я не знаю, это она или просто в целом уровень графики. Я там пробовал отключать-выключать. Ну, не особо... Слежа, на самом деле. Вот, поэтому мне надо присмотреться. Но мне в целом очень нравится та картинка, которая получается. Особенно, когда заходишь в помещение, где много объектов и динамическое освещение. Это как раз RTX про это. Не про эмуляцию, а про, ну, типа, правильное моделирование освещения, исходя из геометрии объектов или что-то в этом роде. Хрен его знает. Так, и здесь я тоже не все, оказывается, взял. Как-то. Так, а как я могу сохраниться? Подождите, она же может меня здесь встретить, как в прошлый раз. Главный зал. Более того, она меня, скорее всего, здесь встретит. Дневник этот я не читал. Редник доставил одного мужчину, трех женщин. Это самое начало. Матерь Миранда, встреча с госпожой Димитреску. Герцог, деловые переговоры. Вот что будет, если она здесь будет опять? Куда я, блин, убегу? Торговцы хорошо. А, вот, машинка же здесь, блин. Все. Слава тебе, Господи. Я помнил, что где-то здесь, блин, была машинка. А у меня все смешалось. Ну что, записались, погнали. Наша задача. Встретиться с... дочеркой, не пересекаясь с маман. Больше некуда бежать.
Крутим и вертим. К дочерке третьей прорываться пробуем. Блин, она была же здесь, нет? Пытаешься раззадорить мой аппетит? Сука. Блин, и сзади мама уже, кажется. А для меня все. Теперь нет. Ты умрешь, твари. Итан Уинтерс. Нет, я не готов. Блин, ну как? Ну как? Ну как? Ну ёпрыса ты. Я вообще хотел с мелкой тут пообщаться. Блин. Сожжет меня. То есть мне надо было как-то находиться, найти себя сверху. То есть ее завести и не отступать назад потом. Жесть. Ну, у меня уже нет хпшечки. У меня на один укус. Я сейчас пойду к той и офигею просто. Можно и попробовать шмальнуть разок, пробежать мимо. Мне нужно найти место в неизвестном, блин, направлении где-то в столовке. Хотя я был там. Нет, я не был в столовке, блин, ты второй ярус смотри. Что там по окнам? Нет там ни хрена по окнам. Да нет, ты не знаешь просто. Там может быть, могут быть окна. Я ее встретил, когда завернул сюда. Может, сейчас прямо налево в зал радости от него плясать. Если добежишь. Конечно же. Вот он, зал радости. Нет! Пульсометр нужен в следующий раз. Ой, блин. Да ну нафиг тебя, блин, ты серьезно? Ты меня из-под земли достанешь, да, тварь? Беги, дурак! Не, мне кажется, хватит на сегодня уже. Я слишком стар для этого дерьма. Сейчас дочерка еще вылезет мне из ниоткуда, да? Травушка-муравушка. Нет, 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 нет. Ах, я что-то рассердилась. Пульсометр и датчик влажности. Да, еще зелень у меня сзади появилась. Это хромак уже шалит. Не, но все равно хорошо поиграли. Сегодня много в прогрессе, я думаю, прошли. Много головоломок. Убили двух дочурок. Нашли для себя механику исследования карты с верением с этим. Прогрейдили дробаш, прогрейдили пистоль. Три маски из четырех. Девять шакалов из десяти. В общем, классно, классно, хорошо поиграли. Я распакую старенький пульсометр китайский за 60 рублей, нацеплю куда-нибудь себе на палец, на мочку уха или куда-то еще. Вспомню, как городить вот эту вот систему с, блин. Кстати, если есть у кого-то... А, у меня же там пульсометр еще китайский, блин. Через USB-шку подключающийся без этого, без софта. Короче, если есть у кого-нибудь прога, универсальная более-менее для пульсометра, скиньте, пожалуйста. А на сегодня все, отлично поиграли, я считаю. Спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что болели. Увидимся с вами завтра вечерком.
Хорошего вечера. Пока.